Всем привет! Томат Primary Colors. Очень красивый антоциановый сорт. Кусты у него высотой 70 сантиметров. По сроку созревания этот томат среднеспелый. Плоды круглые. Очень интересные с антоцианом. Как видите, плечики у него коричневые. Желто-оранжевого цвета, и присутствуют полосы на коричневом фоне, и здесь полосы, ну, другой сейчас плод покажу. О, улетает. Ну, вот коричневые, как баклажанчик, не коричневые, а синие полосы, и здесь он тоже полосатый. Прикольный сорт. Мякоть у него желтая, двухкамерный в основном, попадается трехкамерный, ну, в основном двухкамерный. Томат. Посмотрите, ну красота, красивый. Что тут скажешь? Очень красивый томат. Давайте посмотрим на весах. Плоды по 58 грамм, 52, ну примерно 50-70 грамм плоды. В этом году у меня на не сильно такой богатой почве рос. Ну, если посадить на хорошо удобренной почве, то до 100 грамм плоды бывают, вырастают. В разных регионах по-разному. Поэтому напишите в комментариях, какой вес у этого томата у вас и какая почва. Там песчаный грунт, суглинка или чернозем. Очень мне интересно и важно знать, какие урожаи дает этот томат на разных почвах. Сорт не болеет, хорошо выдерживает как и жару. Как видите, у нас две недели были проливные дожди. Он не потрескался, очень устойчивый сорт. Если вас интересуют семена данного томата, в описании под это видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, выбирайте, покупайте. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Впереди много обзоров на разные сорта томатов. Поэтому будет интересно, заходите, оставайтесь с нами. Я показываю обзоры на разные овощи, не только томаты, а и другие овощные экзотические сорта, новинки, которые у нас растут. До новых встреч, всем пока!